Сегодня в Тюмени проходит областной молодежный конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». На сцену колледжа искусств выйдут 35 исполнителей. Это солисты и коллективы. В общей сложности 100 человек. Они стали победителями зональных этапов. В отборе участвовали 500 человек из всех районов области. По правилам конкурсант исполняет 2 произведения. Жюри отмечает, насколько профессионально и зрелищно подготовлены номера. Особое внимание содержанию песен. Открытие всегда есть, в основном это самые младшие ребята, раз у нас фестиваль с 14 лет, то многие вот специально ждут этой отметки для того, чтобы впервые принять участие в этом фестивале. И вот по зональным турам это минимум 2 человека, да, кто просто покорил жюри своими вокальными данными. Победители представят область на межрегиональном этапе конкурса «Димитриевская суббота». Он пройдет с 3 по 5 ноября в Тюмени.